Привет! Сегодня финальный 7-й день тюнинг с Гуар. И розовый нюд с палеткой Huda Beauty и Oriflame. Сегодня 7-й день марафона с Гуар. И становится как-то грустно. Сегодняшний макияж — это такой розовый нюд. Это мой любимый макияж, который я делаю в течение года. Мне нужно просто супер сегодня устойчивый макияж, чтобы ничего не поползло. Гуар, огромное тебе спасибо за то, что ты раскрыла для меня, что нужно работать с двумя консилерами сразу. У меня был только один консилер, скорее всего, такой вот темный я использовала под глаза. Теперь же я всегда использую два консилера. Почему-то вам не показывала одна из моих любимок, матирующая тональная основа The One. Почему не показала? Потому что просто последняя у меня закончилась, я домазала остатки, ее выбросила успешно, и все. А новенькая у меня лежала в шкафчике. Люблю ее. Как вы больше любите? Сначала тональную основу наносить пальчиками на лицо или сразу на блендер, а потом растушевывать? Потом идет светлый консилер, и мне нравится вот этот результат сначала, когда идет темный песочный консилер, потом идет светлый. Следом быстренько хайлайтер на все выступающие участочки. Почему-то опять Гуар не показала, что она использует базу. Я, например, не могу никакие тени наносить без базы. У меня состояние такое век жирное, что если я не нанесла, не обработала базу, то просто-напросто тени лягут кусками и вообще они не будут держаться. Использую матирующую пудру. Также вы можете выполнить процедуру бейкинга, то есть активно наложить пудру сюда. Освежаем наши веки. Используем хайлайтер. И пальчиком прорабатываем. Пошли, румяшки. Да когда же вы все закончите этот лифтинг? Румяшки пошли. Это просто преступление, если вы делаете тональную основу, делаете скульптурирование, но не наносите вот такой вот оттенок. Лифтинг — тот же самый оттенок. Бровки. И я их делаю моим любимым карандашом. Бусинка! 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 Дай мне сделать макияж. Бусинка! Бусинка, 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 ну дай, дай. Попытка номер 4. Бур-бур-бур. Она такая игривая, просится к маме на ручки, а мама ее на ручку не берет. Теперь хайлайтер под бровь. Аккуратненько. Это сделаю сразу. Потом вступаем к волшебству глаз. И идет вначале наш базовый оттенок. Вообще, честно говоря, я совершенно его по-другому раскрыла с Гуар, с проектом. Мне нравится, как он лежит и как он круто смотрится. И он невероятно похож на скульптор Dior. Ну, вы можете себе представить, сколько стоит Dior и сколько стоит этот оттенок. Да, вытягивай. Хорошо-хорошо тушуем. Вот прям... Не знаю даже, сколько движений сделать, но много. Дублируем под нижний век. А почему я всегда вот так вот стряхиваю, чтобы тени осыпались и под глаза вам не насыпали. Все. Набрала оттеночек на пушистую кисточку. Более узенькую, более скошенную. Дублируем. Нижнее веко всегда, всегда оформляем. А далее Гуар достает мою самую-самую-самую любимейшую палетку Nude от Huda Beauty. Эта палетка для меня самая дорогая на данный момент, потому что как только был анонс, я понимала, что вот такие вот грязно-розовые, розовая гамма, красная, это мои тона. Я ее купила на hudabeauty.ru, типа официальный сайт, а вместо вот этой вот новиночки, палетки, мне прислали вот такую палетку. Вообще совершенно другую, но мало ли того, что это была бы настоящая, а это просто тупо была поддержка. Отделка под Huda Beauty совершенно другая, которую я покупала в Мадриде. Так у меня началось знакомство с Huda Beauty. Я поняла, что это мои тени, моя текстура. Как вы знаете, что я люблю очень много теней разных брендов.
Короче, она вообще разная. И я даже один раз чуть-чуть посвочила, даже ее трогать не хочу. И вот получается, что я купила, отдала 5200 за нее, за подделку, совершенно даже не ту палетку. Сколько я не звонила, сколько я не разбирала с этим сайтом, мне деньги не вернули. Покупать, конечно, за границей где-то, потому что вы будете уверены, что это тени настоящие. Потому что вот та же самая хотя бы палетка, я свочила ее в Сефоре у нас в Краснодаре. Сефора, ну, по-разному называют, вот эту же, да? А свочится вот этот. Короче, немножко по-другому, но я же знаю эти оттенки, как они работают, они другие. То есть так же, как вот у меня был недавно скандал... Сникс, я купила палетку, это было такое разочарование, вообще просто говно, да, что через 2 недели у меня просто возможности не было сразу, я пошла и специально пошла разбираться, потому что это типа а-ля профессиональный концептуальный магазин, а вообще они не свочились, и тогда ко мне пришел главный менеджер, посмотрел, говорит, не может быть, палетка такая крутая. Тут же она подходит к стойке и начинает свочить, прямо вот так вот дублировать оттенки непосредственно в магазине, что у них открыта наконец-таки палетка. До этого, когда я покупала, она была закрыта, без тестера. И я тут же, хорошо, окей, берите мою... Так, серенький оттенок. Вы его видите? Видите? Века. Вот, вот. Вы видите его? Ну, давайте покажу вам. Прям хорошо потру. Это нормальная тушевочка? Это... Вот он. Это что? Это тени? Серенький. Вот тоже у меня оттеночек. Серые, да? Покажу. Вот. Вот даже вот в сравнении с бюджетными вот такими тенюшками. Палетку свочите, и она пытается то же самое, а они вообще, то есть это другая палетка, понимаете, в одном и том же магазине у них работает палетка, а у меня говно. Обычную бумажку начинает счищать полностью, все протерло очень хорошо тени, и тогда они более-менее начали свочиться, но все равно они свочились по-другому. Ну, вот как-то так, но деньги мне за это не вернули. Ну, хотя бы у меня более-менее какой-то продукт, который я буду потом варьировать. Oriflame, попробуйте вот такой розовый макияж именно Oriflame тенями, потом, если вы поймете, что это ваша гамма, то обязательно Huda Beauty Nude рекомендую. Здесь гамма вот полутонов розовых, наикрутейшая, просто безумно, ее люблю так сильно, что когда она закончится, я вновь ее приобрету, она стоит 5200, и покупать ее в России на Сефоре она продается. Больше нигде не покупайте, иначе это просто тупо будет очередная китайская подделка. Поэтому мой опыт, эта палетка мне обошлась 10 с копейками. И более-менее у нас есть розовые в гамме, это такие румяна. Кажется, что они, конечно, вообще никакие, не подходят. Но когда мы их наносим вместе, что-то в этой гамме есть, ну такой полутон. И наносим на подвижное веко, на складочку, в уголочек. Видите, уже происходит волшебство. Поэтому набираю вот этот вот оттеночек, также стряхиваю, они также пылят, и дублирую складочку. Все то же самое мы дублируем по нижнему веку. Перед этим почищу кисточку. Похоже? Мне кажется, сейчас да. Следующий этап – это вот этот прекраснейший оттенок. Давайте посмотрим его. Вот он более глубокий. Это я могу только взять вот этот оттенок. Эти полутона получается вот этот оттенок, плюс вот этот капельку. И здесь темнее. В общем, нужно найти баланс. М3. Чуть-чуть этого оттенка, капельку вот этого и вот этого. Встряхиваем. И начинаем прорабатывать складочку. Ну, мы видим, уже углубляется, да? И то же самое мы дублируем вниз. Вот. Мне кажется, да. Да реально похоже, правда же? Пока я тут
пытаюсь найти гамму, вижу, что гуар все-таки больше протягивает вот сюда. Такой оттенок. У меня же просто, когда я делаю акцент, я больше делаю светлого. Протягиваю здесь, и вот как раз-таки на подвижном веке я вижу, что вот тут уже чуть-чуть темнее. Может, через камеру не передает, но этот более холодный подтон, чем вот этот. Это с краснотой искать. Конечно же, мы не найдем. Давайте вот здесь вот. Видите, он холодный, вот этот оттенок. Не тот. Ну-ка. А если вот прям на темном, мы немножко сверху близко, ну, о, посмотрите, посмотрите, то есть я начала, набирая вот этот оттенок, помните, да, когда вы были художниками, мы с вами просто брали оттенки, вот, то есть мне нужно найти вот такую вот общую гамму, то есть потыкать кисточками так, чтобы примерно найти вот такой оттенок. А мне пришла моя коробочка, мой заказик, мой бьюти-бокс. Реально очень тяжелая. И вы думаете, если вы купили люкс, то они не сыпятся? Да сыпятся они, сыпятся. Вот здесь вот посыпалось. То есть если вы набрали пушистой кисточкой, если не стриктурили 10 тысяч раз, провели, то вот это осталось. То есть мне нужна немножечко межресничка. И вот тут затемнение. Ну, буквально еще чуть-чуть проработаю пушистой кисточкой вот этим же темным оттенком складочку, чтобы она минимум была тут. Видите? Чистенькая, да? И нанесу вот этот оттеночек. Отвлек звонок. Давайте наберу. И чуть-чуть продублю. Но цветовая гамма совпала вот с этой палеткой. Но вы никогда нигде не найдете таких крутейших глиттеров, как, смотрите, это просто космос. Это просто космос. Вот из-за этих оттенков я люблю худу. По моему типу класс, мне нужно обязательно высветлять уголочек. У меня криво нанесен хайлайтер. Я беру вот этот светлый оттеночек. И наношу, прорабатываю уголочек. Два свотча. Это Oriflame, это худо. То есть это теплый белый, а это холодный. И белый оттеночек вот в этот уголок. Прям малышечка, любимочка, идет коричневый карандаш. И мы прокрашиваем внутри уголка по слизистой. И делаем небольшой здесь уголочек. И не для бровей, для того, чтобы приглушить вот эту складочку. Делаем ее пыльненькой. И прямо с коробочки. И еще прям холодненькая с улицы. Удлиняющая тушь уход для ресниц Jordania Gold. Будет она по акции со скидкой. Давайте ее смотреть. И достаем ее. Счет раз. Плюс, конечно, она разделяет ресничку прям к ресничке, прям все-все идет, прям разделение мега. Но она не делает объем, но она же удлиняющая, то есть она максимально прокрашивает длинные, длинными ваши ресницы. Красим губы, и прямо сейчас с распаковочки новый оттенок, он называется карамельный. Ну, не совсем то, что я хотела, этот с теплым подтоном. Моя самая-самая любимая пыльная роза. Я, наверное, сделаю трюк с черной матовой помадой. Я вам доказала, что люкс, Dior, Huda Beauty, другие супербренды не настолько важны. Главное разобраться в качестве, в технике макияжа, в наложении оттенков, подобрать тона. Давайте вместе пробовать, делать, меняться. Будет ли продолжение такого марафона? Да, у меня уже много новинок. Oriflame. Давайте покажем этому инстамиру, что такое косметика Oriflame и как можно круто с ней тюнинговаться. Кто со мной? Поехали!